сегодня ночевали с девчонками. Вот, они пошли на маяк. А мы с Артемом в Мавикент едем лечить зубы по страховке от Тинькова. Офигенно, у нас было место. Обожаю сосны, снова иголочки. Еще и пришел парень оттуда к этим девчонкам, с ними ушел. Тоже это, идет Лекистскую тропу. Ну, конечно, прикольно, постоянно и пишут девушки, станки знакомые. Вот, и мы сейчас, может, еще с ними пересечемся. В сторону Каши пойдем. Проходим это, кемпинг. Тут вот специальные эти помосты для палаток. В тенечке все нормально стояло. Все вечно сидит, мужик зазывает. Мы в прошлый раз вот там стояли. Да, мы шли, нас просто парень говорит, надо, типа, я в Мавикент, и вы хотите? Я говорю, хотим. И все. И вот мы уже у диш-доктора. Нормально. Вообще отлично. И она нас может принять. Хорошо, сидит довольный клиент. Мы уже перевели деньги. Уже и пломбу поставили. 500 лир цена. Все уже покрыли, все нормально. Я узнал, что, блин, 1500 лир стоит пломба. Ой, 1500 лир стоит коронка на имплант. Это же пипец, блин. У нас там 20 тысяч, 20. Это 5 тысяч, блин. Я раньше был, я бы себе уже зубы вставил. Ну, не знаю, может выкрыть время и поставить. Хрен его знает. Можно попробовать. Надо деньги, конечно, снять еще. Хотя бы на передний зуб-то чего нет. Надо, короче, где-то место выбрать и все будет сделано. Мы нашли самую плодоносную опунцию в Турции. Это просто вообще она хочет осеменить все на свете. Блин, мы бы тут могли просто с громадным ведром тут все пособирать, воду запихнуть и потом жевать бесконечно. Но у нас уже есть собранная опунция, нам бы ее хотя бы размочить. Мы уже почти на полпути до Кумуджи, до центра. Идем на рынок. Мы идем пешком до центра Кумуджи. Тут мандарины, ну вообще прям абхазский один к одному. Говорят, абхазский. Ну, это чисто сорт. В Турции тоже такие растут. И вот в Кумуджи единственное место, где я нормально, пока гуляю, могу нормально поесть мандаринов. Действительно. Больше чего-то я нигде не встречал. Ну все, мы дошли до Кумуджи. Тут ходит верблюд на фоне Вавилонской башни. Мы еще должны успеть на рынок. Время 3:30. Еще навайфаемся сейчас, наверное. На рынок и еще денег снять. Что, мы на знаменитом рынке в Кумуджи. Мы доехали наконец-то. Нам повезло, естественно, в пятницу прям. Как это? Айне, такой же. О, сейчас мы будем закупаться тут. О, салатный. Все. Это наша тема. Вот так вот жарятся семечки. Ну что, немножко закупились такими овощами, довольно-таки дешево. Все, теперь вперед.